Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Сан Кинга, его название Caustic Consumption. И давайте рассмотрим модель нашего царя песков. Вот такой у нас Скорпион. Что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. Это на данный момент самый последний сет на Сан Кинга из всех существующих. И знаете, мне этот сет очень нравится, очень одобряю этот комплект. Мне он нравится, потому что автор у нас создал здоровские модельки вещей, и текстуры этих вещей на очень высоком уровне. Но они полностью меняют Сан Кинга. Посмотрим, как в игре он выглядит у нас. Ну а давайте так пробежимся быстро. Вот у нас изменены карапасики, клешни изменены. Вот здесь голова и наплечники, если можно так сказать, очень круто сделаны. На иконку это классно влияет. Ну, также у нас здесь появляется здоровый массивный хвост с шипами. Ой, не шипами, как это, жало называется. Вот. Данный сет состоит у нас из 5 частей, одной рарки, двух анкомонок и двух комонок. Ну и давайте посмотрим, как выглядит данный комплект в игре. Вот такие у нас скорпиончики. Как вы видите, довольно сильно различаются, то есть совсем разные. Как будто вот с разных мест скорпионов этих взяли. Ну, знаете, у нас вот одни и те же животные в разных странах мира могут как бы выглядеть по-разному из-за погодных условий, и это может быть. Но вот как будто этих скорпов взяли одного там с Африки, а второго откуда-нибудь с Южной Америки. Ну вот, обратите внимание, какие у нас клешни, такие необычные, более симпатичные. Вот эта часть Сан Кинга мне очень больше всего нравится. Классная голова, вот эти плечи. Шипастые, прикольные. Давайте посмотрим сбоку, как выглядят у нас карапасы. С какой же стороны лучше вам показать? Давайте вот так, на основе правых конечностей рассмотрим. Ну, симпатичные такие ножки. И также у нас меняется хвост. Вот спереди он так выглядит, а сзади выглядит вот так. Ну, крутой, довольно-таки симпатичный, хвостецкий. И давайте рассмотрим модельки иконок наших криксалисов. Вот с этого скорпиончик, смотрите, сколько у него зубов. Ну, в принципе, столько же, сколько и в стандартном скине, но смотрите, здесь у нас появляется два таких опасных клыка. Глаз у нас опять же четверо, 4 глаза, хотя у скорпионов в реальной жизни у нас другое количество. Ну вот также у нас здесь видны клешни. Вот эти наплечные шипы. В общем, картина такая массивная и симпатичная. И обратите внимание сейчас, как у нас изменится скин, когда я нажму на стандартный скин. Ну вот, иконки. То есть, оп. И совершенно другой такой маленький, миленький наш скорпиончик. Ну вот такие изменения. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.